Кортеж миллиардера Дональда Трампа попал в аварию. По данным полиции Кливленда, штат Огайо, дорогу автомобилям из процессии Трампа преградили участники акции протеста. Сообщается, что сам Трамп не пострадал. Тем временем съезд партии слонов в Огайо начался с хаоса, протеста и раскола в стане республиканцев. Часть делегатов попыталась сорвать выдвижение Дональда Трампа кандидатом от республиканской партии. Представители сразу нескольких штатов выдвинули комитету партии ряд требований. Главная цель – изменить систему голосования на съезде, чтобы предотвратить выдвижение Трампа. В ответ республиканское руководство предложило участникам конвенции проголосовать по каждому пункту отдельно. Простым большинством идеи антитрамповцев были отвергнуты. Основная часть делегатов съезда высказалась против изменений процедуры голосования. Мы попытались внести хотя бы временные изменения процедуры, которые позволили бы каждому делегату на съезде голосовать так, как он хочет, за любого кандидата. С нами были Колорадо, Юта, Вашингтон, Миннесота, Вайоминг, Мэйн, Аляска. И все мы пытались проголосовать за кого угодно, но не за Трампа. Но нам не дали этой возможности, и я огорчен и был бы рад, если бы половина съезда сейчас покинула зал в знак протеста.